Всем привет, я Скиф, это Risk of Rain 2. Игра, как несложно догадаться, вышла в релиз. На канале уже есть несколько видео по этой игре. Но я подумал, почему бы не поиграть еще. В общем-то, я потихонечку поигрываю, но правда очень потихонечку. Сезон дождей. Ну, сезон дождей, наверное, рановато подрубать. Вообще, достаточно имбовым всегда был инженер. Я не знаю, к релизу это сильно ли изменилось. Есть у нас еще робот. Но я думаю, наверное, инженер. Погнали. Достаточно имбовый, достаточно сильный. Если все еще по предметам будет хорошо, то может получиться очень даже и сильно, да? Но посмотрим. Тут уже вон сразу какой-то говнарь бродит, ходит. У него из оружия это гранат, само собой. И у какая-то хитро выдолбанная локация. Слушай, первая. Прикольно. Весьма и весьма. Давай турельки ставить. Бомбочки ставить. И чё-то как-то жестко. Чё-то как-то жестко. Чё у вас так много-то, ребята, сходу просто? А, ну я зря тебя внутри поставил. Но одна турелька снаружи, одна внутри, да? Можно заряжать и выстреливать всем сразу. Окей, сойдет, ладно. Пошли первые наши деньги. Тут есть какие-то усиляхи. Блин, чё-то как-то первую локацию тут тоже я смотрю, да? Более вариативной сделали. Что, возможно, хорошо, конечно. Так, что нам из этого надо? Давай вопросик возьмем чисто на рандоме. Дает возобновляемый щит. Возобновляемый щит, это, по идее, всегда хорошо. Тут у нас враги сразу откисают от этих турелей. Что, конечно же, тоже неимоверно круто и полезно для нас. Так, давай подускоримся. А, блин, shift. Да, тут на C же ускоряться. Надо бы запомнить. А, у меня не хватает денег? А, все, хватило. Вулканическое яйцо. Превращение в стремительный некий шар. Кстати, я его не юзал. Поэтому не очень в курсе, что это за тема такая. Будем надеяться, какая-то имбовая тема. Так, надо теперь еще привыкнуть, блин, к управлению. Его слегка поменяли с тех пор, как я играл, блин, на этом персонажике. Так, жди, на Ctrl. Ау, все, на Ctrl. Ладно, полетели. Надо искать еще усиление по-любому. И искать, в общем-то, выход с этой локации, что тоже немаловажно, да? Как ни крути-то. Так, давай турельку сюда воткнем, пускай она пока что тут работает. Блин. Боевой стяг. Боевой стяг устанавливает, кто бы мог подумать. Держи бомбы. Он идет, зараза, нашу турельку ломать. Раньше можно было турельки, считай, ну, неубиваемыми сделать. Ну, вроде потом эту тему понерфили. И вообще этого персонажа поднерфили. А вот у нас боевой стяг поставился, да? Отлично в целом. Нашел-таки портальчик. Давай здесь мы где-то свои турельки будем расставлять. Наверное, вот как-то так. Плюс-минус поблизости, да? Немножечко тут подзаминируем, чтобы вражины не подходили. И, насколько я понял, они сквозь-то стреляют. Все хорошо. То есть их можно прямо вот закрыть и нормально. Пошел нагиб, да? Я думаю, пора дальше идти. Мне еще хочется проверить нашу активку, что она там делает. Давай за 50 откроем. Что тут у нас? Колечко, браслет Рунальда. У меня тут есть кристалл сосредоточения, браслетик. Ну, пока что-то ничего особо такого, да, интересного по факту. Ну, браслет Рунальда, конечно, неплох в целом. О, тут еще и флаг сработал, слушай. А флаг нас каким образом? А, ты в меня настрелишь, молодец, флаг. Устанавливает боевой стяг при повышении уровня или начале события с телепортом. Повышает скорость атаки и движения союзников. Это, кстати, весьма и весьма неплохо для нас по факту, да? Такой буст дополнительный, приятный. Так, ну я больше не вижу поблизости сундуков, поэтому давай сразу активировать, короче. И посмотрим, что у нас из этого всего может получиться, да? Так, прячься. А, вот ты какое говно. А, это я в шары превратился. Окей. Давай тогда покидаем вот это вот дело. Так, мои туретки там что ж живы? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он сейчас тут шмальнет что-то жесткое. Ну или он пытался шмальнуть что-то жесткое, но что-то пошло не так, да?
Его расшатали. Топливная батарея содержит дополнительный заряд для снаряжения. Слушай, это неплохо, у меня и турельки живы. Давай их еще и спрячем дополнительно. Осталось просто отбиться и идти на следующий уровень. А следующий уровень — это заброшенный акведук. Так, у нас здесь сразу есть сундучки, которые хотелось бы поюзать. Есть сразу говнарьки, которые бы хотели нас поюзать слегка, да? Давай их шатать. Вот это все пытаться открывать. Оу, да, это взрывается. Это я зря сам решил взорвать. Ну и денег прилично надо. Так, слушай, уже одну турельку почти шатнули. Что-то вы какие-то серьезные, что ли, ребята? Держи бомбы. Так, стопе, стопе. Сколько у нас там денег? 92, да? Давай что-нибудь открывать уже потихонечку, помаленечку. 107, да, есть? Нету, нету. Ладно, давай хотя бы этот сундук откроем, посмотрим, что здесь. О, козлиное копыто пола. Ускоренное перемещение. Ускоренное перемещение — это роляет, конечно, штука прекрасная. Но где враги? Так, вон враги появляются. Надо пока что денежки копить. Так, и на вас этот эффект висит, что прекрасно, с одной стороны. Так, а давай-ка вот эту штуку заюзаем. Блин, тут летать мега неудобно. То есть как вообще во врага попадать, лол? Жестко. И у турели радиус большущий, что очень и очень приятно. Ну да, тут осталось буквально чуть-чуть до одного сундука. Монеточек, да, 107 набрали. Давай посмотрим, что здесь. И надо, в общем-то, двигаться дальше. Ага, фолиант гора, вероятность выпадения сокровища. Не, ну, турельки тащат, но долго тут сидеть тоже не вариант, как бы. Надо сваливать, там вот что-то есть на холме. Как нам туда вообще в целом-то попасть? И периодически еще стяг этот боевой ставится. Алтарик! Святилище удачи. Опа, нифига себе удача. Ракетная установка. Ракетная установка — это интересно. Так, давай это поставим, защиту. Пусть нас защищают активнейше. Нет, за инженера по-прежнему комфортно играть. А, вон, кстати, телепорт, я его просто не приметил. Давай еще раз деактивируем. Ага. Так, еще раз удача нам благоволит. Вероятность оглушить при попадении. И это, кстати, тоже чертовски-чертовски хорошо. Плохо, что я деньги, блин, трачу активным образом. Ну, можно сюда куда-нибудь турельку поставить еще одну дополнительно, да? Там вот я вижу места хорошие, сюда бы нафиг не свалиться. Что там, блин, глубоко и страшно. Давай куда-нибудь сюда подъедем. Что у нас, 53, да? Чуть-чуть не хватает буквально монет. Где все? Я хочу этот сундук открыть, в принципе, можно дальше двигаться начинать. Что все, что нам нужно... Ой-ой-ой, для победы плюс-минус есть, да? Давай сюда турель поставим. Ты же говно. Умри. Блин, он больно дамажит. Я бы сказал, чертовски больно. Ладно, турелька пускай там лечится потихоньку. Нам бы еще что-нибудь на хил, да, добыть, чтобы турельки могли там как-то подвыхиливаться. Чертовски важно. Замедляет врага при попадении по нему. Это тоже неплохо. Ну и с ракетами мы сейчас разберемся, что они там, как они там работают, что они там делают. Надо сейчас босса шатать. Ага. Так, ты, тварюка, да, там выползла? Лови. Лови. Так, а это в нее пошло, да? Первый залп явно был не в нее, нифига. Так, блин, shift не на перезарядочке. И тут что-то нехорошее происходит, судя по всему. Мои турельки пытаются нагнуть. Давай защиту. И она там шмаляет. Блин, придется как-то ближе турель подвозить к ней. Ну, допустим, так. И самому тут помогать. Че это там она бахает? Ничего хорошего, да? Так, уезжай, уезжай. Тихо-тихо. Давайте, говнари. Блин, мне хп мало. Тихо-тихо, не умереть бы. Это что?
Там матка-то сраная. Так, пожалуйста, живи. Живем. Давай, турель. Так, поехал отсюда. Что так потно? Ты же вроде несложная тварь. Или тут как посмотреть, да? А, ну все, убил. Фух. Аллилуйя. Так, ну, кстати, хороший предмет. Мог бы и пригодиться. И можно уже сваливать, да, отсюда. Браслет Рунальда. Будем ли пытаться выменивать? А вон еще и коин выпал, отлично. Давай плюсом. Ну, что-то как-то слабо у меня. Все, давай, наверное. Так, стяг. Такое, да? Ну, хотя бы вероятность вызвать кровотечение можем настакать. О, минус щит. Ладно, давай еще что-нибудь. Копытца. Блин. Я хотел какой-нибудь трэш скинуть, по итогу скинул полезные вещи. Ладно, бывает. Третья локация. Это выжженные акры. Здесь нас, как обычно, прессуют. Почему нет? Нас везде прессуют. Всегда и везде. Так, ну еще раз принтером пользоваться, наверное, не буду. Так, сюда можно жертву принести. Только я без понятия, что это сделало, кстати. Ну, какую-то жертву принес. Возможно, оно того стоило, возможно, нет, нифига, да? Так, 190 монет. Хотя бы что-то открыть уже можно. Давай посмотрим, что здесь. И надо идти искать дальше, наверное, проход. Браслет Кьяро. Ну, такое. Хотя у нас два браслета есть. Этих уже прям буквально два, а этот один. То есть и лед, и огонь, да? Сундучок с подхилом, по всей видимости. С чем-то на подхил. Инъекция, уничтожение врага перманентно увеличивает, короче, наше здоровье. Что звучит как бы классно. Ну и надо, наверное, сваливать отсюда. Еще я тут уже сундучков понаоткрывал. У нас вот эти вот стакаются вещи, эти стакаются. Четвертый есть трехгранный кинжал. Там вроде какой-то кап по стакам есть, но тем не менее... Надо теперь найти телепорт, он тут черти пойми где. И надо мчать, наверное, поскорее к нему. Плюс некоторых врагов можно вообще сходу просто запрессить. Но это не точно. Так, давай, наверное, вот здесь так сделаем. Хоба. Потому что вот этот говнарь нам может кровушки попить. Но с него можно денег добыть. Ста. Давай. Арт-обстрел. Ну и все, просто обилкой нашей активно его забрал. Так, единственное, куда, блин, топать? Вообще ни черта, непонятно. Давай сюда, я не знаю, как вариант. Ну, вроде бы не сюда, ни черта. Так, что у нас тут есть? Какие-то вещи есть. По 200 монет, вы что, рофлите? Какие-то штуки. А, это сплошь активки. Понял. Так, а очки, это, по-моему, что-то хорошее, не? Держи бомбы. Я очки так и не взял, да? Вероятность выполнить критический удар. Вот это круто. Капец, конечно. Ненавижу эту локацию, потому что тут найти вот эту же срань, ну, чертовски тяжело. Вот кто знал, что она здесь? Какие должны были быть к этому предпосылки? Я тут задрался бегать туда-сюда обратно в поисках. Кто там? Это что там за чертовщина вообще лазит? И почему она там лазит, когда надо сюда идти, да? Где это говно? Так, жди, вон он телепается. Какой-то говнодемон неведомый. Тихо-тихо-тихо. Давай, защиту. Что-то я его уже порвал. Жесть. Какая-то страшная тварь непонятная. Здесь у меня пока что тоже стакается. Уже двое чучечков. Все вроде бы неплохо. Голубку нашел. Еще вот одна акулели. Но вот кучу времени потратил, я бы уже давным-давно отсюда свалил, если бы не искал вот этот сраный портал. Он тут просто вот притаился в максимально недоступном, мать его, месте. О, Лунар Коин, здорово. Это что выпадает? Так, лунная монетка, это понятно. Ладно, что, ждем. Что нам тут осталось? И у них вот эти вот кольца, кстати, да, которые я подобрал. Вон там и лед, и огонь периодически прокает. Ну, турельки, конечно, наджипают просто люто. Этого у них не отнять. Юхты-пухты. Что за...
Что за жопа? И в честь чего она? Откуда тут сразу червь? Что это вообще за локация? Я, кстати, тут ни разу не был. Блин, червь выполз я. Чисто по-братски повоевать, не? Не хочешь? Хочешь подло воевать? Так, тут турельки должны с тобой разобраться, я надеюсь. Или ты с турельками? Кто-то с кем-то точно разберется. Блин, надо червя убить. Потом куда-то бежать. План примерно такой. По-моему, червь сдох, да? Фу! Турельки все-таки имба. Турельки гораздо полезнее, чем я. Просто в разы. Это что еще тут? Ты неактивна, да? Так, жди, турельки. Я тебе помогу. Я типа сопорчу. Так, что у нас тут есть? Какие-то щиты. Вот щит бы я взял, а то у меня на защиту ни черта нет. Снижает получаемый урон во время бега. А я тут как ошпаренный вокруг турелек бегаю. Поэтому я думаю, вполне себе актуально. Найти телепорт, да? Твою мать, что тут? Как тут это все искать? Это чертовски хороший вопрос. Там какая-то чудо-птица скачет. Что-то мне как-то страшно к ней подходить. Нет, локация выглядит прикольно, только ни черта не понятно, блин, куда тут идти. О, туда можно куда-то идти. Там вон кто-то летает. Тихо! Так, из перепугу турель поставил. Возможно, не зря даже, да? Давай отобьемся и побежим дальше. А вот и портал. Не так сложно его здесь искать, как выяснилось. Давай, тут еще и вот эти птицы чудесные прилетели на огонек. Так, тебя, конечно, надо активировать, это безусловно, но... А если тут еще какие сундуки, которые можно пооткрывать, какие-то усиляшки понаходить? Так, генератор щита я один уже всрать успел, конечно. Давай вот этой штукой воспользуемся, она, в принципе, неплохо так врагов разбирает. И надо сваливать отсюда. Хоба, а он... Тожжение врага поджигает врагов поблизости, это то, что нам нужно. Ладно, пару усилях нашли. Не супер дофига, конечно. Но сойдет. Давай активировать, смотреть, кто тут вообще есть. Что он там из себя представляет. Мне уже, конечно, страшно заранее. А, ты летучее дерьмо. Давай. Блин, тут сейчас будет жара. Там какие-то... Ой, их там двое. Тихо. Так, мне как-то надо выжить. Гниль щит. Какая тут жесть, мать их. Есть подозрение, что они там долго не выживут. Так, стопэ. Надо перекурнуть. Чё там сильно дико жестко. И вернуться на бой, да? Где враги-то? Так, а сдохли что ли, не? А, вроде сдохли, да, смотри, выпало. На них, видать, всякое кровотечение понастакалось и тому подобное. Фу! Ну было жестко и страшно. Так, еще бы и не умереть, кстати. Есть все шансы. Так, опять меня куда-то забросило. Ну и вот на такой локации мы были в прошлый раз. На какой-то такой, по крайней мере. Здесь тоже можно всякие усиляхи понаходить. И, кстати, у меня крутых прям вот предметов не нашлось. Их прям нет. Вроде как, да, легендарных. Так, всякое разное. Ну, за счет чисто турелек тащим, что делать. И монет ни черта нет. Я бы еще пару усилях бы как бы подобрал с удовольствием. Здесь вот сундучки валяются, 500 монет, 260 монет. Вон там лопата, как эта дрянь летает. Что тут, 260 монет, во-во-во-во-во. А давай не будем так делать. Давай турелечка подзаработаем денег. Вон там всякие негативные эффекты на врагов сходу стакаются, это прекрасно. Поэтому стараемся тут как-то выжить. Какие-то горящие летающие шняги. Ловите. Еще вам по фейерверкам как? Нормас? Он кучу эффектов словила. За них должны бабла дать.
Ё-моё, тут артобстрел, пока подбираю. О, Мишка, Мишка, это хорошо. Ну давай еще что-нибудь хорошее. Так, ты что, во время событий телепорт периодически устраивает исцеляющий взрыв? Что звучит вполне себе классно. Да, тут куча врагов. Надо отбиться и, наверное, бежать. Вон там все, кто что может, бросает. Так, 500. Открыть. О, что это? Позволяет на время красть силу убитых элитных врагов. А вот это хороший предмет, вроде бы как. Ну, правда, ситуативный, но вроде как хороший. Так, патронаж. Ладно, пора сваливать отсюда, искать выход дальше, да? И он где-то вроде как снизу должен быть, хотя хз, как тут это все генерится, надо искать. Опять этот алтарь тритонов. Чем мы жертвуем-то туда? Коин? Окей. Жертвовать-то жертвую, только что с того? Ой-ой-ой, тут эти говнодемоны. И много кого в целом. О-о-о-о-о. Так, слизень, хорош. Но тут куча врагов. А куда мне двигаться, пока решительно непонятно. Что-то я тут побегал-побегал, пока ничего не нашел. Там вон лупатая фигня летает. Надо как-то вниз смотреть. А, ну вон он, портал, не портал. Дверь, не дверь, вроде через нее как-то проходить надо. То есть нам надо куда-то туда, судя по всему. Блин, придется прыгать. Юху! Фиговый план. Блин, ну, сейчас ноги сломаю. Что поделать? Так, ладно, поставь. Давай сейчас отобьемся от этого мусора. И почилим дальше. А, вот, тут можно портал активировать древний. Все нормально. Главное теперь выжить. Ой-ой-ой. Вот он, управляющий модуль прилетел. Сейчас будет управлять. Их. Защита. Ну, ему неплохо так накидывают, стоит отметить. Ёб твою мать. Что произошло? Я пока жив. Был. О, жесть. Что это было? Кем убит мини-гриб? Что произошло вообще? Что за ссаный гриб? Блин, ну неплохо, слушай. По предметам все было плохо. Я не очень понял, как я от гриба сдох, но это было эпично. Окей, ладно. Ну, залипательная на самом деле игра. Тут разные варианты билдов можно составлять, на разных персонажах бегать. Возможно, вот эти, кстати, алтари как-то связаны с этим персонажем. Надо, кстати, почекать, как их открыть. Открыть этих персонажиков должны быть тоже занятными. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.